Здравствуйте, дорогие одесситы, добрый вечер. В эфире «Медиаинформ», вечерние передачи. Мы сегодня будем говорить о том, о чем, к сожалению, очень многие специалисты просто молчат. Такое впечатление, что испугались темы или обнаружилась такая какая-то массовая профнепросвещенность. Я не скажу профнепригодность, я скажу профнеинформированность. Я говорю о глобальных процессах, о том, что мир на самом деле скатывается постепенно к ситуации достаточно угрожающей, балансирует на грани. Ну чего, на грани обострения, на грани войны. И понятно, что в этой войне, если, упаси Боже, если она случится, победителей не будет. Обо всем об этом мы решили поговорить с Александром Анатольевичем Остапенко, доцентом кафедры глобалистики и интеграционных процессов Академии госслужащих при президенте Украины. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Здравствуйте. Кандидатом военных наук, да. Очень важно, потому что у нас мирное время, но военные науки сейчас становятся как бы предметом большого интереса, по крайней мере, вот у тех, кто занимается не журналистикой, а занимается анализом общей системы. Мир, кажется, скатывается постепенно в ту же ситуацию, которая была в 1913 году, и та, которая была в 1938-1939, когда одиозные личности приводят к власти, к наиболее мощным странам, когда все понимают, куда воронка затягивает, но при этом каждый занимается только своими интересами. Как бы за всю планету мало кто думает, единственный сдерживающий фактор в настоящий момент, мне кажется, это все-таки оружие массового поражения, а не наши с вами интеллектуальные усилия. Тем не менее, давайте порассуждаем на эту тему. Что нас ждет в ближайшее время, с вашей точки зрения, особенно учитывая то, что горячих точек стало так много, что они сливаются в одно такое сияние? Ну, вы знаете, как для меня, так очевидно. Во-первых, я хотел бы сразу разочаровать вас в прозрении военных. Почему? Потому что вот фон Бисмарк говорил, что военные всегда готовятся к той войне, которая уже была, да, и никогда не готовы к новой. Вот, собственно говоря, для меня очевидно... Я говорил о том, что мы ожидаем от военной науки каких-то прорывов, больше нет. Да, да. Вы знаете, вот если говорить с точки зрения оценки на каком-то таком даже философском уровне, то для меня очевидно, что сегодня глобальный процесс, который лучше всего описывается глаголом взаимопроникновения, да, сталкивается с совершенно очевидным... Я прошу прощения, взаимопроникновение. Это не гибридизация случайно? Нет. А конвенциональные войны, это тоже из этой оперы? Из этой оперы, да. Сначала в экономике, потом в политике, потом в культуре и в других вещах. И этот процесс сталкивается объективно с процессом геополитическим, с процессом и желанием доминировать на геополитическом пространстве. Да? И очевидно, что как раз... С вынужденной необходимостью. Не совсем вынужденной необходимостью. Типа они первыми начали, и мы окружены кольцом врагов. А просто обосновывают как целесообразность. Знаете, со времен Макиавелли ничего не поменялось. И надо не только уметь защитить свое, но еще и уметь захватить чужое. Угу. Вот. И, к сожалению, это логика силы, логика доминирования. Но сегодня очевиден такой всплеск такой логики, и это касается многих процессов, да, и прежде всего, если если Путин вчера буквально продал на 5 миллиардов долларов азербайджанцам современное оружие, и это оружие тут же нависло над российской армией, расположенной в Армении. Какая дальновидность толкнула Владимира Владимировича к ситуации, когда он просто обострил ситуацию, примыкающую к южным границам России? Это не дальновидность, это точно такие же примеры, как попытка администрации Трампа, с одной стороны, наложить санкции на российских олигархов, якобы они способствуют деструкции принципов международных отношений. Угу. Да? И с другой стороны, выйти из ядерного соглашения с Ираном, и в результате этого выхода, намека на этот выход, даже не выхода, а намека на этот выход, резко возросли цены на нефть, что абсолютно укладывается в интересы самого господина Путина. Да? Угу. И эта хаотичность политики как раз и свидетельствует о том, что вот этот вот геополитический простор... Ситуативность принятия решения. Да, вот, к сожалению, я бы констатировал, мне так кажется, мне очень трудно, это мое субъективное мнение, да, мне кажется, что, к сожалению, стратегия уступила место тактике. Да, и в этом смысле мы теряем перспективу, да, теряем глобальную цель в том числе, да, как смысл вообще любых международных отношений. То есть нами управляют массы своей не всегда очень умные люди. Ситуативные решения, ситуативная целесообразность. И тут хорошо привести слова
Сунзы, да, который говорил, что о том, что тот, кто имеет тактику и не имеет стратегии, как правило, вот такая ситуация — это суета перед поражением. А тот, кто имеет стратегию и не имеет тактики — это долгий путь к победе. Так вот, мне так кажется, что наступает время смены, если хотите, даже геополитической эпохи в этом смысле, да. И моментально думаю, к власти приходят свои Салазары, да, Хорти, да, Муссолини, да, разные, и так далее. Да, разные. Причем и мир двигается к какому-то новому устройству. Наверное, это модель какого-то там многополярного мира, где не будет доминировать там одни Соединенные Штаты Америки и еже с ними там подобные типа, да. И все дело в том, что как для меня, так очевидно, что нынешняя политическая ситуация в Европе, она в Европе прежде всего, потому что это наш театр, и тут нам всего это более... Наше совершенно устаревшее местное озеро. Такое. Да, да, местное озеро, если хотите. Да. Так вот, тут есть три огромные проблемы. Опять же, Трамп и администрация Трампа, которая, ну, очевидно, имеет тренд и тенденцию отходить от дел Европы и требовать от европейцев, чтобы европейцы достойно платили за европейскую безопасность. Второе, это как раз то, о чем мы говорили до передачи, это угроза замены консерваторов и либералов у власти национальных стран Европейского Союза популистами. Да, и это очевидно. Воинствующими популистами. Воинствующие, которые склонны к простым решениям. И это очевидно. Оно просто доминирует, вот так гуляет, как призрак. То есть генерализованный Саакашвили. Да. Помните, да? Да. Вот, да. Это, я рукоплещу вашему определению. Да, это люди, которые генерируют простые смыслы, а люди, которые стоят... То есть бульбометы и авантюристы, да, мимо которых проходит все остальное население и кричит «Ура, да здравствуй!» Ура, да. Почему? Потому что там все понятно, да. Это наиболее понятно тем людям, которые стоят у пивных ларьков. А простых решений современный сложный мир вообще не имеет, да. И третья проблема — это проблема просто на грани соотношения европессимистов и еврооптимистов и Брексита, да. Почему? Потому что пример Британии, я даже не берусь прогнозировать, чем он закончится, да, но Британия — это сильная страна во всех смыслах, и в политическом, и в военном. И выход Британии, и попытка выхода Британии из Европейского Союза, да, она может привести к такому эффекту домино, когда и другие лидеры-популисты, да, могут спробовать это сделать. Да. И в этом смысле для меня очевидно, что вообще весь мир переустраивается. А особо опасные такие тенденции идут, безусловно, на Ближнем Востоке. Вот почему? Потому что я не представляю, как можно там контролировать ядерные программы Ирана, если особенно если отойти от этой темы. Если в этой программе принял участие российское. Да, если там есть хвост, да. Несколько совершенно непредсказуемых политиков, которые там играют, да, во всех смыслах. И если... А вот то, что несколько ученых-ядерщиков, которых Иран купил, были по разным поводам устранены и ушли из жизни. Причем никто не может точно указать на то, почему это так произошло. Но вообще говоря, где ушки торчат, более-менее понятно, кому это было важно и выгодно. То, что таких специалистов мало, и ими торгуют, их переправляют через границы, и они тут же пропадают, это на самом деле тоже признак... Такой предстартовой такой лихорадки. Предстартовой лихорадки. Я с этим абсолютно согласен. Мало того, но очевидно, что тут тема касается не только ядерного оружия, как средства уничтожения. Оружие, да, вообще войны как способа существования. Как способа существования, да. Тут еще и касается и ракетной технологии. Да, и мы видим, какие новейшие вооружения попадают в руки тех режимов, которые далеки от каких-то там правил и норм и принципов международных отношений, да, и международных стандартов в этих отношениях. И это создает такое множество полей рисков, которые учесть просто невозможно, да, в этом смысле. И сегодня более всего дискутируются две точки, это Северная Корея и Иран, да. Иран с его 80 миллионами населения против 8 миллионов Израиля, это тоже очень интересный расклад. Очень интересный расклад. Ну, там разные технологические уклады. И образ жизни. И всем будет не сладко. Но ключевое — всем будет не сладко, понимаете? В этой войне победителей не будет, скорее всего. Да, победителей не будет. Почему? Потому что это будет... на самом деле... Мир правильно, я в этом согласен, он дрейфует какой-то абсолютно непредсказуемости и стохастичности, и в этом смысле
это может все превратиться в какую-то там кровавую мясорубку, по сути, да, и особенно в таких регионах, где накопилась там масса противоречий внутренних и внешних, и где существует глобальная и геополитическая, не глобальная, а, скорее всего, геополитическая конкуренция игроков, да, с одной стороны. Это приобретает характер все более морального противостояния, как бы экономических причин для этого не так уж и много, и они, в общем-то, устраняемы, если этим заниматься. Судя по всему, еще играет как бы определенная амбиция. А я тоже король, а я тоже главный, а я тоже крутой. Так вот, даже если не самый, то на уровне вторичных как бы лидеров. Та же Польша, посмотрите, с ее заявлениями, с ее запретами на определенные темы, в которых она наверняка выглядит не самым лучшим образом. Та же Румыния, которая у нас здесь под боком, понимаете, с ее территориальными претензиями, от которых они не отказываются. Ну, я бы не говорил о территориальных претензиях как предмет военно-политической обстановки, потому что ни один национальный лидер там, Румынии и Польши, и Венгрии, к слову говоря, не говорит о территориальных претензиях к Украине. Говорят отдельные политические деятели, да, но Жириновский тоже заявлял не один раз, что он хочет помыть ноги заявляет, в Индийском океане, но он сумасшедший, моря. И все, и это все понимают. Он не сумасшедший, да. Он очень расчетливый авантюрист, он клоун. Да. Он клоун, да. Но он клоун, наверное. Вообще говоря, у которого есть своя зона и есть своя паства, которая на него рассчитывает, и с ним можно иметь дело. Да, говорят, что у Жириновского на языке, то у Путина в уме. Вот. Наверное, в этом есть частица правды, скорее всего, там внушительная. Да? Но смотрите, какие перетрубации произошли в Армении, насколько они тоже похожи на общую тенденцию. Знаете, вот если ну, во-первых, я не специалист по Среднему Востоку, да? Но если говорить о моем мнении субъективном по части событий в Армении, я думаю, что с точки зрения там, курса, то курс Армении никак не изменится. Да? То есть, нет, ее зависимость от России. От России просто настолько тотальна. Вот она не изменится. И собственно говоря, и Пашинян об этом заявляет. Тем не менее, они вышли на улицу и попросили Сержа Саргсяна уйти с поста. Потому что там другая структура общества как такового. Да? Там и есть там 20... Карабахский клан, Ереванский клан. И есть огромный клан диаспоры, который там... И, собственно говоря, соревнование кланов и определяет внутреннюю политическую ситуацию. И никак не скажешь, что это... какая-то амбиция там другая. Но приход к власти и выдвижение на первой позиции в государстве личностей в достаточной мере одиозных, эта тенденция просматривается. Это она очень похоже на начало Первой мировой войны, на начало Второй мировой войны. Да, безусловно. Только фамилии лидеров перечислить, и сразу становится понятно, куда мир катится. Вы знаете, геополитические эпохи, они меняются такими квазипериодами, там, 50-70 лет. Должно вырасти еще одно поколение, которое не помнит ужаса. Да, и не боится войны, потому что не видела. И не одно поколение, да. Два поколения проходит, и вот те, кто не понимают, к чему это может привести, когда основная масса, собственно говоря, ничего не требует от сумасшедших политиков. Какие радостные лица были у людей в канун, при объявлении России войны, когда Россия объявила войну в Германии в 2014 году. Какие прогнозы, какое общее... А сейчас какая-то другая ситуация, общий восторг, Юрий Ильич. Да. И мы же видим... Да, 76%. Да, да. Дело даже не в процентах поддержки Путина. Я не знаю, об этом ли вы говорите. Я говорю о совершенном отсутствии осуждения там, путинских заявлений и путинских там, программных речей по части того, что мы всех тут к ногтю. Да? И, вот у нас, и вот у нас что есть. Показывать, да, того, игрушки чтобы... из мультфильмов. Да, с мультфильмов. Да. Понимаете, вот ни у кого это не вызывает даже опасения. Но неужели непонятно, что вот такие вот демонстрации на уровне лидеров государства... Происходит такое, рождается лично у меня такое впечатление, что миром стали управлять люди, скажем, не только плохо образованные, еще и с неудачной личной жизнью. Ну, если брать какие-то там и исследовать жизненные периоды лидеров, которые во многих странах пришли к власти, то, наверное, да. Почему? Потому что это такие императоры из подворотни. Путин не совсем удавшийся офицер, то есть совсем даже не удавшийся. И таких примеров можно привести очень много по многим странам. Осведомитель. Да. Да. И это опасно. И это опасно, почему? Потому что в руках этих людей не только там судьбы своего народа, да, но и других. И в этом смысле можно только повторить
слова Иоанна Павла II, который говорил, что основная опасность людей находится в них самих. Это правда. Да. Это правда. Но в той ситуации, в которой находимся мы сейчас, оказывается, что Украина не самое плохое место для выживания. Это да. Хотя, в этом смысле, если говорить о наших задачах, да, то безусловно, первая задача, которую мы должны решить, это решить задачу обеспечения своей обороноспособности. И эту задачу надо решать быстро и крайне эффективно. И к сожалению, это не способствует... Я не вижу знаковых персон в нашем военном руководстве. У нас там тоже менялось много народа, начиная от конченных предателей, которые просто перебежали на сторону России, кончая людьми не очень профессиональными. Сейчас в этом смысле наведен какой-то порядок. То есть нынешние лидеры, начальники генеральных штабов там и так далее, это все-таки люди более-менее профессионально состоявшиеся. Я так понимаю? Вы знаете, метод проб и ошибок должен был утомить господина Порошенко. Да, скорее всего, есть разные. Вот, но мы точно отошли от состояния, когда предыдущих там два министра обороны у нас были гражданами Российской Федерации. Да, и позор страшный. Безусловно, полной ротации кадровой, я думаю, в вооруженных силах не произошло. Но тренд на улучшение такого качества, безусловно, есть. И тренды это рождаются, видно даже... созревают и умирают, причем делают это мгновенно. Мы не успеваем реагировать на новые тренды. То есть общая тенденция такая, что население просто не в курсе, его, в общем, стараются в курсе и не держать. Журналистский корпус насчет глобальных и геополитических тем просто закрыл рот, и такое впечатление, что до следующей команды говорить они на эту тему не будут. Юрий Ильич, если вы говорите о нашей журналистике, то ее просто нет. Да? И особенно по части там, какой-то серьезной аналитики, внешнеполитической. Но это сотни тысяч трудоустроенных интеллектуалов. Ее просто нет. Почему? Потому что тут много комплекс проблем, и одна из них, как мне кажется, основная, что за ваши очень интеллектуальные аналитические статьи никто не готов платить. Да? И поэтому вы их не пишете. Вот лично вы, как человек, который может это делать. Да. Либо пишете даром, и это вам не дает куска хлеба, и свое драгоценное время вы тратите на то, я их пишу скорее, чтобы развлечь народ, чтобы этот хлеб как-то себе найти. И в этом корень проблем. Да? То есть, если говорить об серьезной аналитике и о тех людях, которые как раз формируют общественное сознание, и в том числе, которое бы осознавало всю опасность внешнеполитической там, ситуации сегодня вокруг нас, да, то эти люди должны иметь кусок хлеба и возможность такой работы. И мы должны, и государство, и многие другие институты, органы государственной власти должны иметь возможность за такую аналитику платить. Вы знаете, на этом фоне даже обсуждать то, что делают наши местные руководители, продолжая как по инерции строить стеклянные вот эти небоскребы, которые непонятно какое отношение имеют к архитектуре города Одесса. Они просто не понимают, что они делают, просто занимаются собственным карманом. И это очень смешно в ситуации, когда мир неблагополучен и нестабилен, когда вообще на носу висят серьезные проблемы, которые перед человечеством стоят не первый раз, и она успешно их решать не может. И успешно наступает на одни и те же грабли. Все дело в том, что если анализировать ситуацию там, Первой Святой, мировой войны, Второй мировой войны, происходили те же события, и также все пытались... И даже персоны похожи по биографии. И Чемберлены одинаковые. Да? Ленин встречался с молодым социалистом Муссолини, и он ему очень понравился. Да, и вот это, вот, собственно говоря, эта ситуация повторяется, и, наверное, это как раз и есть тот маятник истории, да, который все время колеблется. Я хотел бы просто предотвратить такой массовый циничный подход к ситуации. Что я могу иметь с этого дела и насколько здесь завязан мой личный интерес. Да, это жизнь твоя и твоих детей целиком сейчас завязана на геополитические процессы, которые проходят прямо сейчас с нашим общим участием. То есть на самом деле, что будет с нами, с нашей планетой, с нашей страной в ближайшие 10 лет, сейчас решается в кабинетах. Я вспомнил, у Рождественского еще в 60-е была такая строчка: «Но пока дипломаты высокие сочиняют послания мягкие, до поры до времени все-таки остаетесь вы безымянными». То есть безымянными я имею в виду тех, кто сейчас продумывает дальнейшие стратегии, тех, кто в штабах сейчас решает разные модели раскрутки и развязывания. И по российским комментаторам, по тому же Леонтьеву и так далее, очень хорошо видно, что им сказали фаст вперед. Мы не боимся ядерной войны. Да. Мы сами можем быть ее инициаторами. Вы нас боитесь. У нас человеческая жизнь ничего не стоит. Вы любите жизнь, вы умеете жить, а мы вам жить так, как вы хотите, не дадим. Вот российская позиция теперешняя, которую не скрывают, которая декларирована, объявлена, и никому за нее не стыдно. Да, правда. Я абсолютно на 100% с вами согласен. Вы знаете, вот
И тут мне родилась такая мысль, знаете, почему западный либерализм всегда проигрывал и сейчас проигрывает ну, вот такой агрессивной политике, да? Потому что Путин действует в категориях силы и в категориях вот того старого доминирования. Он торгует страхом. Да, торгует страхом. А политика большинства европейских стран или стран западного мира, если объединить это вообще в евроатлантический регион, да, она сосредоточена на поиске компромиссов. И тут у меня такая возникает модель, я иногда привожу эту модель студентам даже, да, вот когда там молодая девушка заходит в подъезд, и тут вот гопник у нее встречает, да, и он требует от нее снять кольцо с бриллиантом, да. Как вы думаете, если она отдаст кольцо с бриллиантом и скажет, а можно я сережки оставлю, он сережки оставит или заберет? Он обязательно это заберет, причем еще и с побоями, так да, и довольно, в этом смысле это Путину... хорошо известно из психологии, да, что коллектив общества организует интеллектуальную среду куда менее совершенную, чем один конкретный мозг. Да, и в этом смысле, понимаете, вот Путин, он хочет все, и у него амбиция на все. И с ним договориться в этом смысле... Аппетит у него растет по мере... Да, по мере поглощения. Да? Вот точно такая же ситуация была и накануне Второй мировой войны с Гитлером. Да? И если все время пытаться найти конструктив в таких странное позициях... Странное дело, то... чехи в 1938 могли совершенно спокойно дать ему ответку, и он бы отстал. Чехи были достаточно сильны в военном отношении. Сильное государство и в военном плане, и в военно-промышленном плане. И военное плане. Оружие производило очень хорошее. Да. Их уговорили не дергаться только в пользу той же Англии и Франции. В результате пострадала жесточайшим образом Англия, а Франция была просто поглощена этим монстром. Да. И то же самое произошло с Польшей. И именно поэтому, вот, ну, как мне кажется, особенно страны, которые находятся в Центральной Европе, в Центрально-Восточной Европе, да, они сейчас как никогда ощущают серьезный недостаток безопасности. Александр Анатольевич, перспективы чисто военные и философия будущего военного столкновения, противостояния или уже начавшегося, очаги загораются каждую неделю где-то в новом месте и не затухают. Возникает такое ощущение, что эта конфорка готова взорваться. То есть все это вместе взятое требует постоянного именно философского осмысления. Поэтому приглашаю еще. Очень, очень приятно с вами это дело обсуждать, но я хотел бы, чтобы наши телезрители видели, что у нас, кроме начальника, который занят собственным благополучием, есть еще люди, которых интересует еще и состояние страны, народа, нации и нас всех. Спасибо за то, что были у нас. Александр Анатольевич Остапенко, доцент университета, Академия госслужащих при президенте Украины, кафедра глобалистики и евроинтеграция, управление национальной безопасности. И управление национальной безопасности. Все это как бы все вместе сейчас говорит о том, что у нас острая потребность в осмыслении происходящего. Нам нужны грамотные и серьезные аналитики. У нас, к сожалению, недостаток. А у нас, как это говорят, у нас в Житомире недовоз. У Бабеля есть такой герой Гидали, который, а у нас в Житомире недовоз порядочных людей. Не только порядочных, но еще и мыслящих. Спасибо, всего доброго, до свидания. До свидания.